покровная. Вот такие вот цветочки неприхотливые, но красавицы. Они как начинают цвести вот весной, в начале мая, в конце апреля, в начале мая, и цветут долго. Вот многие садоводы и огородники боятся этой травки, что думают, заполонит она кругом. Ничего подобного, я всегда ее высеваю вот так вот между бордюров, и она у меня растет. Она очень хорошо сорняки убирает, не лезут сорняки из-под нее. Вот поэтому можно смело, кто боится сорняков, чтобы не было в палисаднике, где особенно вот цветы, как вот у меня, садите. Такой цветок неприхотливый, маленький, но он красивый, цветет божественно. Вот. Он еще и полезный, этот цветок. Его заваривают в чай. Он очень хорошо противокашливое состояние. Вот, вылечиваю. Здесь вот она у меня с примулами. Примулы отцвели, а она заняла место, госпожа Вероника. И вот здесь сердце. И если кто из дачников боится, что она заполонит, вот как у меня вот здесь кусты розы растут. И я не даю им. Вот так вот сделаю перегородочку такую. Сделала. И она у меня вот в треугольничке растет между кустами роз. Не мешает и розам, и сама себя чувствует очень даже хорошо. Таким вот образом можно делать такую красавицу. Как не любить вот такой цветочек? Он не мешает и другим цветам. Они растут спокойно, без всяких проблем. Здесь вот у меня мак скоро зарастет. Радует глаз. Приятно смотреть на этот цветок ковром таким.